Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня представляем вашему вниманию измельчитель зерна мощностью 22 кВт с увеличенным тяговым усилием. Это наша самая высокопроизводительная дробилка. Реальная тяга и производительность через пылесос 3 тонны в час. Через бункер-накопитель 5 тонн в час. Корпус изготовлен из абразивостойкой стали «Хардакс» производства Швеция. В дробилке используется цельнометаллический ротор, изготовлен из той же стали, вместо классической схемы с молотками. Ротор, изготовлен из стали «Хардакс», имеет намного больший ресурс, чем ротор молоткового типа. Измельчитель оснащен камнеулавливателем и неодиновым магнитом для удаления металлических предметов. В комплект входят сменные сетки различного диаметра, которые легко меняются. Шкаф управления оснащен электронным амперметром и защитой электродвигателя. Дробилка может поставляться в разной комплектации, например, с подключением к смесителю, циклоном, без циклона, без бункера под зерно и другие. Предприятие «Артмаш» предоставляет гарантию на всю продукцию, и квалифицированные менеджеры помогут вам подобрать самый правильный товар. Спасибо за внимание!